Красноярский край снова пришли морозы. По словам синоптиков, в Сибирь снова пришел антициклон, блокирующий проникновение теплого воздуха. Мороз продержится всю неделю, а вот на выходных снова начнет теплеть. Начиная с сегодняшнего дня в большинстве районов края по ночам будет 25-30 градусов ниже нуля, местами до 40. Дневные температуры составят 20-25 мороза, осадков не ожидается. К концу недели столбики термометров поднимутся до отметки -11, -13. На юге Таймыра и в Турханском районе пройдут метели. Ночью подморозит до 28 градусов. Дневные температуры воздуха будут составлять -23, -28. Померзнуть придется и жителям краевого центра. Зато в конце недели специалисты прогнозируют 12-14 градусов ниже нулевой отметки. Вся неделя у нас будет практически без осадков. Температуры, значит, в ближайшие сутки ночью 25-27, днем 21-23. А вот среда и четверг здесь у нас 27-29, четверг даже 28-30, а дневные составят 22-24 градуса. Ветер будет в начале недели западный 2,7 метра в секунду, в дальнейшем в восточной четверти 3,8, и в самом конце недели мы ожидаем потепления, и ветер повернет нас снова на западный 3,8 метра в секунду.